Друзья, я рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad. И очередная покатушка в лес. Сегодня у нас однодневный, легкий маршрут с горячими ключевскими пацанами. И зеленая Нива — это Артем из Величковки. Вы его уже видели на нашем канале. Это приятель Сереги на белой машине. У Сереги пока Нива не готова, поэтому решил на одной зеленой приехать. В целом, маршрут будет не сильно сложный, но грязевой. У нас почти неделю шли дожди, поэтому очень в лесу сейчас кайфово. О, еще подъезжают пацаны, я и не знал, что будет. Так, УАЗик на белках, на военных мостах, 409 мотор. Сейчас расскажу про Виталика. Леха на заварках, на инжекторе, на 31-х колесах. Здесь сделанный мотор, все пневмоблокировки, усиленная вся трансмиссия. Ну, в общем, такая прям соска. Там еще и салон красивый. Ну и еще одна красная Нива, это бывшая Игорька. Тоже как-то с ним катались на тех же колесах. Тоже, в общем, с перенесенным радиатором, на спортивных сиденьях. В общем, четенько. Леха, ты с блокировками? А, нет, вообще без всего. Я думал, ну, заварки там, не заварки. Нет. О, стандарт. Ну, ребята, собственно, для чего мы сегодня выезжаем в этот прекрасный выходной день? Это чтобы протестить новую резину у Виталика. Это новые колеса Journey 37x11.5. Digger. Как так называется резина? Такой у нее направленный рисунок, потому что Виталик давно их заказал, они не успели прийти, когда приезжали парни из КБР, но, к сожалению, только сейчас пришли. Что вы хотели знать, посмотреть, что у Виталика? Здесь все кастомно. Здесь фолинг сделанный на УАЗовском мосту, здесь с мостом только блокировку поставили. И, в принципе, все. Ну, естественно, кастомная вся трансмиссия, в смысле подвеска, вот получается амортизатор сделан в виде коловера, то есть он получается амортизатор внутри пружины стоит. Это Виталик сам все изготавливал, придумывал, рассчитывал. Тут еще один стоит на всякий случай, то есть два. Спереди здесь все намного интереснее и сложнее. Здесь, как видите, от стандартного лонжерона Нивы ничего не осталось. Это все заварено, убрано. Это верхний рычаг, получается, он перенесен настолько вниз. Балка, по-моему, от шеви Нивы. Вот это вот все сделано. И получается, здесь редуктор сделан из военного чулка и скрещены кулаки. Да я давно с ним повинул, давно все просят, и никак не доводилось, собственно. Телеграм-канал платный. Да-да-да, платный. Не, когда бусти все рекламируют, да. И, короче, получается, что нивовский кулак скрещенный с бортовым УАЗа. И вот так вот. Обычный нивовский мотор. Здесь поменен, получается, распредвал и подкинута турбина от Subaru. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Радиатор, естественно, перенесен, чтобы не забивался грязью. И так вот все сделано. Виталь, наверное, этот стартер менять вообще секс. Да? Или снизу удобно подлазить? Я понял. Где вообще нет? Куда ты руки слепаешь? Вот. Чего здесь, блядь, его менять? А когда она теплая? А что тут? Вот? Стоишь, пиво пьешь, пока остынет. Потом меняешь. В общем, посмотрим, какие это резина. Они, получается, и больше, чем у него были. И то, что направлено, она прям мягенькая. Прям очень такая интересная резина. Сегодня посмотрим, как будет ехать. Собственно, в общем, по этой машине все. То есть коробка Нива, раздатка Нива. И все переделано. Ну и еще одна Нивка на 31-х Сильверах. По ней ничего не знаю, ни разу с ней не ездил. Ну, Нивка. Там усиленный мост вижу. С Панарой.
Ну, в общем, красивая белая боевка. Ну, вот еще пацанчики подъехали. Вот на такой советской пушке и прикольного цвета. Вот с такой наклеечкой. Прям уф! Кайф. Это 500-е сафари когда-то были. Ну, форварды. Чисто советский пулемет. Пацаны в лес едут. У них тут музыки. Да, просто. Там еще буфер, наверное, на все. Там багажника нету, да? А, есть чуть-чуть багажник? Эквалайзер, у него тут можно Киркорова ставить на сцене. С кайфом. И погодка, как всегда. Олег поставил недавно мотор, еще привыкает к нему. Ну, тут вообще никаких проблем. Здесь тоже никаких проблем. Цепляется. Ауф! Как я соскучился по этим движухам! Так, пока Леху достают. Тут неплохо. Но тут лучше по колее ехать. Ремешок на гур, да? А, хорош! Да. Хардблок делает вещи, Сильвера тоже. Тёма соскучился по лесу. И дальше подъемчик. Затроило. Это датчик коленвала, скорее всего, намок. Дайте бензин, блядь.
И наша постоянная рубрика «Чинимся в лесу». Дома чиниться не хотим. Дома мы к машине не подходим. Трюкач. Неплохо. Лысый нартек. Удивил. Очень сильно удивил. Ну тут сильвера, а на белой ниве, по идее, должны. И... Но 31-й сильвер. Блокировки. Щелк. Сильвера едут в любом раскладе. Вообще без проблем. Лють. Просто лють. Звук просто. Я кайфую. А зачем он ехал, если его Олег достает? Слушай, ну резина получится, СТ. Пацану вообще, да. Ай! Стой, эвакуатор! Потерял свой прицеп. Самую. Езжай, ты его в самую лужу оставил. Олег не едет. Надо сказать. Ай-ай. Нормально. Надо сказать, чтоб сцепление не трогал в воде. Да, я поэтому и говорю, да. Чё ты? УАЗик, Юста, у нас проблемы. В смысле? Да корова. Но он почему-то не едет, да? Не, ну он в колее, неправильно, да. Да, да, да. Ну тут в Италии нарыл очень сильно здесь, когда выезжал. Ну да. Так... А, нарыл назад, да, очень да, да. Сильно, как, ну, прям,
Ну, я предположил. Ну, ему надо было по колее. О, о, шевелится. А идет? А идет? Дави, дави, дави! Да, да. Неожиданно, да? Так, Леха проехал. Сейчас поднимаемся на подъемчик. Пробил. Пробил. У всех советские кузова. Ну, не у всех, ладно. Вот белая, допустим, без советского кузова. Но на едущих сильверах. Низенькие, но цепляющиеся. По идее, должна без проблем за нартеком проскочить. Нет. Надо было больше. Но жижуля сегодня прям идеальная. Как пластилин. Да. Не бросай, зачем? Все молодые, все горячие. Виталик тащит оранжевую машину без блокировок, без лебедки. На лысой резине. Хотя она опять слетел. Я слышу. Топ-кар КРД. Бесплатная реклама. Костян тоже там машину купил. Тём, стой. А что у тебя наклейка топ-кар КРД? Что, добрал там? Покупал, наверное, машину там. Да? Ну, только покупал пустую, а теперь она не пустая. А, в смысле, Ниву там брал? Да. А, серьезно? Костян же там этого своего Маджара взял. Да? Да, у него же тоже наклеечка такая. Пощёл? Да. Что он готовится тут? Да дай, нормально. У тебя отсечка такая красивая. Он высчитывает, высчитывает. У меня память сейчас закончится, пока ты настраиваешься. Легко. Ну, все, сейчас будет там ждать остальных. СТ, они заедут, а вот Леха тоже заскочил. Пацаны кайфуют. Опачки. А вот и все. ЦСТ, говорю, заскочит. А он газ бросил и встал. Неожиданно. Очень неожиданно.
Ну зачем ты бросил? Мотор тянет. А вонючая. Даже в натяг. Короче, у Виталика получается сзади 38 сантиметров, спереди 46. Все, мы стояли, ждали их 3 часа. 3. Две машины потерялись, их ездили, искали. Ё-моё! Слава! Тиханул! Поехали! А чё он раньше так не мог ехать? О, с разгона! По-моему, что-то... Ну давай, лезь, трехколесный. Минус колесо. А местечко-то изменилось. Вот здесь Валера рубился с Костяном. Я Костяна вот тут вот все это время лебедил. Но раньше тут было нормально проезжать. Так, надо отбегать. Виталя сейчас раскидает так, что мы...
назад. Назад! Надо с разгона заскочить. Слышь, а Тёму можно вообще вот сюда вот так. Раскиды, да? Давай, 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 давай. Супер. Пошел. Это было некрасиво. Но это уже лютая яма. Да, очень. Весь диапазон крутит. В общем, мы остались 3 машины. Потому что парни там отдыхают. Им бездорожье особо не нужно. А мы едем рубиться. Я наоборот не хотел, я думал, ты в натяг, чтобы заехал. Ну это очень красиво было, да. Подожди, сейчас ботами потянем и все. Когда это закончится? Так, короче, как всегда, световой день подходит к концу. Ремонт у нас заканчивается. Принято решение у нас, короче, разворачиваемся. И едем смотреть, как там наши друзья, которых мы, ну, послали на короткий маршрут. И может быть их, если что, нужно будет потянуть, а скорее всего так оно и будет. В общем, покатушка такая у нас сегодня. Сумбурная получилась, непонятная. Ну, мне кажется, что она сегодня будет вот такая. А, будет еще, да. То есть она будет. Впереди нас ждет. Да, ночь впереди. Ты, Олег, ты больше прыгать не будешь сегодня? Все, добро, отлично. Мы едем. Ну да. Хаб не закрутили, на трех колесах залетели. Не, ничего ему. Смотри, двигается. Не, назад вообще не едет. Шевелится. Ночные покатухи самые интересные. По-моему, перестал шевелиться. Едет. Давай еще не бросай, назад, поедем. Ну нормально он прилип. Вот, все четенько. Опять не включает. Что за... Он реально ему третью кидает, да?
А? Держи, ты рядом, вот, а можешь зацепить его за дерево, его ребенка вперед. А у него работает? Да. Такое было. Это не работает. Там, слышь, аж мала конкретная впереди. Трубой выкидывает. Колесо поднимает, а трубой в меня просто. Я, походу, слышу, а я тебя не слышу. Да слышит. А? Нет, ты попробуй сейчас разгону, если нет, назад выйдешь. А, да ты прогибай. Сейчас прогибай, разгону попробуй и один раз. Сцепа, сцепа, сцепа они. Вот, зацепилась. Что это было? Да пусть остынет, бля. У него дворник даже, смотри, подняться не может. Он слепой! А как это вот? Да, турбина, масло же, что мы там. Я навалял так, метр пламя. Лево, 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 лево. Зачем проверить? Я не знаю, куда от этой машины деваться, потому что она грязь. Раскидывает осенью так. Yeah.
Но резина просто. Только на одном газу. Пацаны, отходите, он там проедет. Во, и зеленая порубится. Не, нормально, пускай. Нет, куда? Ой, хорош. Да. Чётенько, прям на тоненького. Мощь. Колеса просто лютые. Очень хорошая резина. Нормально ты проехал, дай мне ключ на 10. Я проехал, дай ключ на 10. Не, пробьет. Пока вода не в салон не идет. Без воды, вот надо было. Полет нормальный.